В эти дни в рамках всероссийской акции «Твоя пятерка безопасности» сотрудники полиции Адыгеи провели профилактическую акцию с учащимися одной из школ Майкопа. Детям напомнили о том, как вести себя в различных ситуациях и вручили специальные памятки. В средней общеобразовательной школе номер 6 Республиканского центра инспекторы по делам несовершеннолетних – частые гости. В этот раз стражи правопорядка провели урок, на котором обучили школьников правилам, соблюдение которых позволит им сохранить жизнь, здоровье и своевременно предостеречь от различных неприятных ситуаций. Всего в мероприятии приняли участие более 30 учащихся начальных классов. Вместе с детьми полицейские разобрали возможные варианты действий школьников на различные просьбы и предложения незнакомцев. Если кто-то пытается открыть вашу квартиру, незамедлительно нужно звонить по какому номеру? 02. Сотрудники органов внутренних дел в этот день напомнили учащимся о необходимости быть предельно внимательными при переходе через проезжую часть, повторили правила безопасности дорожного движения. В завершение урока сотрудники полиции раздали детям специальные памятки и провели викторину, в ходе которой ребята закрепили полученные знания. Полиция Адыгеи завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении майкопчанки и жителя одной из северокавказских республик. Как выяснили следователи, они организовали поставки в республику контрафактной алкогольной продукции. Факт реализации спиртосодержащей продукции с поддельными марками акцизного сбора был выявлен в июле 2015 года оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Адыгее. При проверке этих сведений в принадлежащем майкопчанке подсобном помещении полицейские обнаружили десятки коробок с алкогольной продукцией известных фирм, как отечественного, так и зарубежного производства. Жительница города Майкопа совместно с жителем Кабардино-Балкарской республики организовала продажу контрафактной алкогольной продукции на территории города Майкопа, которую они приобретали по заведомо заниженной цене на территории вышеуказанной республики. В ходе проведения обысковых мероприятий, проведенных на территории города Майкопа, изъято более 800 литров спирта, а также 6000 бутылок алкогольной продукции, в том числе и импортного производства. Проведенными по уголовному делу экспертизами установлено, что общая стоимость изъятого алкоголя составила более 3 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Майкопский городской суд. МВД по Республике Адыгея присоединилась к проведению всероссийской акции «Работайте, братья». Она посвящена памяти погибшего в Дагестане сотрудника полиции Магомета Нурбагандова. За проявленное мужество и героизм ему присвоено звание Героя России. Кроме полицейских и ветеранов органов внутренних дел, в акции приняли участие представители общественного совета при МВД по Республике Адыгея и учащиеся полицейского класса средней общеобразовательной школы номер 17 города Майкопа. Школьники, общественники и ветераны еще раз напомнили полицейским о подвиге коллеги, даже перед лицом смертельной опасности, не отступившим от присяги на верность закону. Заступающим на службу по охране общественного порядка сотрудникам вручили специально подготовленные стикеры с надписью «Работайте, братья». Руководство МВД по Республике Адыгея и представители общественности уверены, что такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию как подрастающего поколения, так и молодых полицейских и позволяют не забывать о подвигах, совершенных во имя закона и правопорядка.